Новый позор Даны Борисовой. Такого не ожидал никто. Благодаря помощи друзей и близких, а также Первого канала, известная телеведущая Дана Борисова лечилась в Таиланде от пагубных привычек. При помощи специалистов девушке удалось справиться с зависимостью. Вернувшись победительницей из реабилитационного центра, женщина с головой окунулась в новую зависимость. В интервью она с откровением призналась в неумеренной похотливости. «Я кидалась на мужчин. Сильное желание обладало мной три месяца» после чего лечащий врач прописал мне курс таблеток. Разные дела я вытворяла, стыдно вспоминать, говорит Дана. Борисова утверждает, что у большинства людей, страдавших зависимостью в прошлом, бросив вредные привычки, усердно ищут новые способы получения удовольствия. Кто-то находит его в трате денег, занимаясь шопингом, кто-то при игре с большим азартом, а кто-то в интимной близости. Борисова же докатилась до того, что устраивала подобные встречи за деньги с противоположным полом. Об этом без чувства вины и стеснений заявила сама девушка в эфире канала НТВ, чем вызвала шок публики, не ожидавшей такого откровения. Сегодня Дана Борисова, практически полностью отказавшись от близости с противоположным полом, ведет пуританский образ жизни. Основное время она общается с поборовшими зависимость людьми и надеется продолжать в том же духе, чтобы достичь полного выздоровления.